О, найс, найс. Да. Скажите, сколько? Хотя ладно, сам подскажу. Да ну его. 1544, ребята. Это самый одноклассник, который, типа, ему папа купил Apple Watch, и он два раза их наденет, а потом не будет больше наденет. Нет, я сам себе хотел купить. А мне Кая подарила на день рождения. Сегодня у него день рождения, кстати, ребят, поздравляйте все его в комментариях. Да, снюхай меня. Пришли отмечать. Мы пришли отмечать. Я в туалет туда. Все происходит. Пишите нам в комментариях, в Телеграме и в чате, что, какой сюрприз нам сделал Саня Паразевич на день рождения. 9 октября в Нью-Дере, я думаю, нужно сделать, что он не хочет праздновать, мы не будем, мы будем так чисто локальной нашей компании небольшой. Но нам надо сделать какой-то ему ебатически огромный подарок, я считаю, какой-то сюрприз такой, что он и расплакался. Я ни разу не видел, как он плачет. Я считаю, что ему нужно подарить набор инструментов. Я тоже думал об этом. Причем вот... Дрель ему, понял вот это? Самую вот простую. Типа, где вот... Не, надо ему подарить набор инструментов, где есть все. Знаешь? Отвертки, которые, знаешь, ты крутишь, и они прокручиваются, типа, ты говоришь... Да, да. Вот это вот. Бля, вот так кайфанет. Он кайфанет, ему нужно, ну, просто... Просто от каждого по инструменту. Ты дрель, я понял, там молоток. Да. Данилыч пассатижи. Кстати, так даже не скажешь. Чуть распушить. И все. Это вам. Что вы? Впереди копы. Опа. У него на кепке инопланетянин гориллу. У него горилла это видел, интересно? Прилетели инопланетяне, когда были только обезьяне, выебал гориллу и пошла эволюция. Охуенно. Подожди, если мы сейчас гориллу выебем, тоже эволюция может двинуться. Нет, в туалете оформим по-быстрому. А кто знает? Опа. Впереди копы. Ну это прям... Так он не в туалете был, он с молочным. А, слышишь ты? Я взял из кофе. Черт, да. Есть предложение тебя выебать, чтобы эволюция пошла, как здесь. Эволюция человечества. Духа не хватит. А что, если каждый на руку, на ногу запрыгнет, один может просто выебать. Я вас просто так... Приходит уведомление по бизнесу. Удобно, да? И телефон доставать не надо. Все на руке. У тебя телефон тут, ты в огороде, ходишь вот так, травку собираешь. Ищешь закладку, предположим. Да, вот. Ищешь что-то. И собираешь хлопок. Тебе... Мать пишет. До базара нет. Посмотрел и дальше пошел. Мама звонит. Давайте здесь. Если что, чары, это то место, где мы снимали прятки. В огромном парке. Но мы не сейчас туда идем, правильно? А куда мы сейчас? Туда. Мы на соревновательную тему, да? Да. Ну там какие-то приколы. Я бы кого-то сразу и туда бы сходил тоже. Не, потом. Ребята, Лёха, ты был там, какая-то реклама, когда ты снимал. Да. Ты знаешь, что Бурдж-Халифа стоило построить столько же, сколько вот этот вот парк? Нет. Да. Или даже, по-моему, дороже чуть-чуть. Вот это место. Остров мечты стоит дороже, чем Бурдж-Халифа. Ну ты прикинь, Бурдж-Халифа, его... Ты говоришь как? Бурдж-Халифа, и вот это. Потому что это не реклама. Косплеем. Что мы делаем? Делаем то же самое, что и... Так кто-то должен лететь один в воздухе. Давайте. Те, кто не поняли, это наш ангар, который мы сняли. Че тебя прогнали? Раз, два, три. Вот эту музыку я считаю, ощущаю себя какой-то принцессой, да. Диснеевской. Вот такой. Ну, прикол, аккуратно. Предупредил всех, а сам выебался. Да, он реально был мокрый. В первый раз в жизни эта штука стояла, и пол реально был мокрый. Да. Ну, я так скажу, я пацаны там все перепробовал. Именно там вот катался? Все вообще, каждый акцион, который там вот существует. Так, вот так предприниматели время проводят. Приходит один на остров мечты и просто катается. Так он, сейчас это его конкурент, он собирается парк открывать в Москве. Каждый раз ты знакомишься с новой девчонкой, и с новой девчонкой надо по-любому сюда хоть раз ходить. Поэтому ты, типа, ты за год сюда, ну, 6 раз минимум ходишь, понимаешь? Странная хуйня, так не сходил ни разу. Блин, ну, надо, конечно. Не, ангар у нас на самом деле. Но это на первое время мы еще будем ремонт здесь делать. Но мы типа сразу по бизнесам раскидали предложение. Мы у нас сразу все. Говорится, что здесь людей не было, но сказали Ларик. Вот просто интересно найти инвесторов, чтобы такой же построить примерно. Именно кого-нибудь можно было бы сделать. Кого интересуют венчурные инвестиции, вы нам миллиард, и вы как бы просто вдоль, и мы управляем полностью, если кого-то интересует. Не, ну мы можем взять какого-то жирного инвестора в хозяева просто. Чтобы он чисто ходил с нами, такой папик. Нам не нужен жирный, нам нужен с деньгами. Ну. Да. Реально? Но я жирного в плане бабок имел в виду. Что? Это фейк или нет? Нет, тут продаются квартиры.
Реально? Да. Для молодых? Для молодых? Да, да. Всегда тепло на улице. Хороший просто. Живешь тут, спускаешься. И тебя защищают гвардейцы, еще вон стоят эти с зонтами, нахуй. Это англичане, нахуй. Да, да. Это англичане. Англичане, бежим! А, онлайн-ЗАГС. Кольцо в подарок. Это я в его ебал. Нет, онлайн-ЗАГС. Нет, фото на документы, развлекательное фото. Заходите, как вы сидите, они на коленке. Предлагаю сходить в совместную фотосессию. Чтобы продолжить работу с фотокабиной, вам необходимо выбрать фотографии и оплатить заказ. Подожди, так не видно. Всех нам, чтобы было видно. Ты меня закрыл. Ты меня закрыл, Леха. Чуть правее возьми. Так там сами. Секунды. У меня жопа торчит оттуда. Похуй, меня не видно. И что, сразу рожа? Так меня не видно. Еще фотка. Вот сейчас смотри, у нас еще две фотографии. Да это кепка, все закрывает, нахуй. Да кепка, ебаная. Смотри. Да я кепка, нахуй. Влад именно пытается, но там нет шансов. Нету такого угла. Смотрим. Широкого. Нажмите кнопку печать. Плохо печатать. Ваша фотография печатается. Как можно было просто перефоткаться и все. Да плохо. Сам печатает. Чисто в сортире сидит, если вот так посмотреть. Стань херотный. Это что? Ищем пару, ребят. Найдите, пожалуйста. Не, вообще угарно, типа. Во, Маджестик даже влез. Пускай бы у Данилыча будет на холодильнике. У него там целый фотоальбом. Там уже со мной есть, да, такая же. Че взял? Че бургер, взял? Бургер. А, там не надо. Че бургер. Взял? Бургер, а, бургер, 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 бургер. А что ты купил? Бургер. Хуба-буба и бургер. Это бургер. 5400? 1400 за бургер. Хуба-буба? А? Токсик нет. А, это вы тоже пробили? Вот это, да? Это а что? Это что? Это вкусные конфеты. Самые кислые конфеты. Токсик взяли? Они не кислые. Токсик вот у нас. Тебе бургер-то можно? Холестерин. Я? Схуяли. Схуяли так, я токсик. Тихо, тихо, мужики. Бургер. Булка. Ну ты, бля, Данила. Это по кусочкам надо, да? Каждому по бургеру. Я огурец не буду, если что, сразу говорю. Это каждому по бургеру. Я хочу огурец. Ну, йогурный, мне это кусочек. Вот это мне. Не, вкусно, мне нравится. О, Данилыч. Данилыч. А ну-ка. Слаги бой. О, да. Это 100% да. Самая кислая. Что это? Я такое не могу. На. Она не такая кислая, какая же. Да, она хуйня собачья, мне тоже кажется. Если кто духу не слабый, надо есть. Я могу 5 раз. На. Не, ну есть кислота. Да, блядь. Кислота. У меня уже скулы свой, понял? Я типа просто... Охуенно. Ой, бля. Ой-ой-ой. Да ты говорил, не кислая, блядь. Это он говорит. Фу, я на вас смотрю, у меня скулы своют, нахуй. Бля, у меня скулы своют, почему-то. Недельная доза слюней сейчас вытекла. Кстати, это было бы. Самый важный, самый охуенный сейчас был бы. Пробовал когда-нибудь в жизни? Кого? Сосать? Ну, да. Нет. Время попробовать, мне кажется, нормально. Я хотел просто откусить, понял, так половину съел. Да, я так делал. Не надо всё. Почему? Вот только пробовать. Я думал, мы попробуем. Я думал, между всеми. Ну, на равные доли между я всеми. Тоже думал, да. А у тебя есть, да? Ну, не, пацаны. Ну, это даже не будет жеваться. Вот этот маленький кусочек жвачки гораздо вкуснее, чем, ну, вот тот, который, ну, захуячен в одно жало. Бля, это выглядит как бонус, конечно, слышите? О! Это Lucky Neko! Что это? Саня! Тут кот из Lucky Neko! Пойдем, Леха. Тут новое. Местным зрителям этого не понять. Бля, как вы успели? Да не надо, гориллу ты сломаешь. Это точно? Страшно, страшно. Тут порез как. Ой, скрипит, Данилыч. Ну, пацаны, вы слишком быстро начали играть. Конкурентов убирает. Акул бизнеса других убирает. Этих не надо. Как это не надо? Рыбок не надо бить. Дура, блядь. У нас Лёха это... Какой у вас? Необычный ребёнок. Ты ещё нас начнёт хуярить. Ой, боже, не надо этих бить хороших. Да не уложи их. Так это током, она током ебашит. Каким током, нахуй, ты ёбнули? Из-за неё током сейчас. А, в натуре? Да нахуй. Реально? Да.
Да, 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 да. Да. Что, током бьет? Да, да, да. Реально током? Да. А он, может, не может отпуститься? Как-то его надо палкой отбивать. О, реально топ? Ебать, потрогай я! Вибрация ебучая, сильная вибрация. Выдержал. О! Выиграл! Так мы что, можем так зарабатывать на нем вообще, на его боли? Можем на его боли зарабатывать. Я легко выдержу. Ты легко будет? Лучше вот эту вот переборет, вот эту хуя. Вот этого дурачка он сможет посылать. Тут мы можем заработать. Давайте проверим, да. Я на подхвате. Сосать! Сосать! Дура, блядь! Че, давай, давай, давай. Че, дети? На! Держи, два, соси. Три. Соси! Класса ебаная. Человечество против роботов. Да не, не помогай. Хуя! А вот это уже было, типа, ну сейчас еще третий будет. Так. Подготовьте его, Куба. Бля, она сейчас выгонит Горилыч. Помогите, не надо, не надо, пусть сам, пусть сам. Это его битва. Это его битва. Смотри, смотри. Раз. Два. Блин. Пока два. Три. Как? Три. Все. У Влада три. У Влада три. СиДжей, записывай где-нибудь. Записывай, пожалуйста, СиДжей. Раз. Два. Попал у него. Попал. Хорош. Ёпсу. Тот же шарик попал у него. Почему он не лопает? Два. Три. Да, надо было. А какая разница? Сколько? Пять. Пять? 5 из 7 получается, да? Да. Неплохо. Все так. Хорошо. 5. Сейчас, ну не попадешь. А тут сила не решает, если что. Дима. Лузер. Лузер. Драчу. Ты кроме хуя ты ничего не трогал. Даже я ты и попал. Кроме гантелей и члена реально ничего не поднимал. Хорош. Хорош. Не надо, не надо. А, хорош. И две попытки надо два шара сделать. Не надо, Сань, не надо, не выкладывай. Сань, не надо. Бля, пятерка. Показываю, Сань. Не-не-не. Суть в том, что это ты, допустим, нижние сбиваешь, а верхние падают и остаются на столе. Просто, а если они просто лежат на столе, тоже насчитается. Да, потому что они со стола упали. С припрыжкой. Не. Я понял, все, пацана нет. Тяжелее, чем я думал. Две банки сбил. Хорош. С меткостью у меня есть некие проблемы. Давай, Владик, реабилитируйся. Хорош. О! Четыре. Стоп, сколько? Раз, два, три. Четыре. Хороший, хороший. Хорошо. Одна. Бля. Ну, почти. Лампа 4 балла. Да. Плюс 4 балла, плюс 4 балла. 3 балла. Плюс 3 балла. Плюс 2 балла. Плюс 2 балла. Плюс 1 балл. Плюс 1 балл. Ну я же не задел-то, не встал туда. И сам в бедро залетел. Главное через нее не перегибаться. Невозможно. А ну, невозможно. Можно попасть в краешек низа. Давайте дальше кто? Я. Блядь, сейчас было.
Блядь, ты видел, они все на ниточке. То есть ты должен прям вот по этому, это магнит, вам попадает. Там магнит. Ты попал, Сань? Нет. У меня звездочки не работают. Но нет магика попадать. Прям жестко навесы. Понятно. Лейн. 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 Тебе 2 балла на по нулям или как? А, ему 3, а нам всем 1. В каком? По идее, только так будет. По идее, 0. В каком? Вот в этом. Подожди, а как вы посчитали реально там? Пацаны. Просто среднее количество баллов ему отдали за то, что он попал. Лёх. Лёх, как? Оп! Читается. Очень хорошо. Какого ежика? Вот этого? А, вот это? А, потому что он один, вот этого. Потому что он последний остался из своей семьи. Ужастик выступает. Да, бля. Читай. Сделано. Алява. Это тоже было неплохо. Алява. Так, ну слышу, на тебе пиздец ходит, блядь. О, это на плечо. Это на себя и вот сюда вовнутрь. Дай на халяву. А на меня бы ёбнулись. Пацаны, это мы выиграли. Это берёте? Да. Можно? Да, конечно. Спасибо. Его носи майданг? Yes. Это я выиграл ёжика. Молодец. Он убить готов, слышишь? Вот он, охранник. А, ну предлагают по количеству разбитых тарелок. 3, 1, 1. А, ну это так можно. Да ёптую. Сейчас просто считаем, кто больше бананов закинет. Давайте. И потом мы расставим. Непонятно, нихуя мы прям в конце запутались. Hello. Hello, I'm a street photographer from Electrostar City. Hello, I'm David. I'm street photographer. Can I take a photo with you? Одним словом, Лейн. Бедный миньончик голодный. Вообще ничего не схавать, слышишь? Да я понимаю. Ой-ой-ой. Один. Я хочу следующий. Это план. Раз. Раз. Есть. Раз. Один, да? Да. О, хорош. Сколько было? 3. О, 3. Хорош. Надо 8. У кого 3? Бля. Бля. В тарелочку играет чисто. На. Раз. Хавай, ёпта. На, поешь. И чё за хуй? На. Это режим берсерка какой-то? Бля, 4. Западник выиграл. 4 это нихуя себе. Подожди, 3, 3. 3 было? 4, 4, 4 было. 4 я закинул. Опа. Есть, один. Нихуя. Режим берсерка. Но Лёха умеет в рот закидывать, это правда. Пять. Сколько? 5. 5? Да. Горел, что давай. Он как ниндзя, знаете, кидает звёздочку. Сюрикены. Один. Да. Два. Два. Меня побил. А у тебя один? Один, один, два, три, три, четыре, пять. О, ну ладно. Я буду лапшить, он тренировался в прошлый раз. Ты где? А, это вторая, да, попытка. Все, осталось 18. Две. 18 получается. 18. Из 20. 20 выстрелов сейчас дает. Есть. Я не знаю. Ой, с меня идет рикошетил. Молоко.
тарелочка. Ай, пучака не попал. Так, подожди, стой. Получается еще раз. У тебя 5. Да. 4. 3. 2. 1. Почитай, Сиджей, все баллы и огласи результаты, пожалуйста, мне в Телеграм. С результатом 11 баллов. 5 место занимает. Точно не я. Горилла! Да, да что за хуйня, нахуй? Результата. А, блядь, неправильно. Подожди. Ты занимаешь 5 место. Да! Четвертое место занимает горилла. Нормально. С 1 баллом перевес. Третье место. Призовое. Блядь. Это какая-то хуйня. Не, подожди, какая-то хуйня собачья. Нахуй ты мне прислал 20 разных вариантов. Короче, 5, последний, я понял. Место. Там ровное количество, что ли? Да. Короче, еще раз результат. Да. Четвертое место. Саня. Ура! Третье место. Горилыч. Второе место. Леха. И я. И первое место. Влад. Ура! Поздравляю. Поздравляю, брат. Нахуй, руки с руля убрали. Спасибо, суки. Спасибо, оппонент. Суки! Проёбываю. Финиш. Нет. Сосать. Да, не утащит. Победа. Неплохо, думаю. Здесь вот такая в черепуху, это было бы очень приятно. Давайте. Куда? Сюда. Я бы явно садился. Он ее засаживает туда. О, горилла сюда. 133. Пойду-ка я дротики покидаю. Шарики по это самое. Давай, Лёх. Лёх. Я не буду. Давай. Ну я, чтобы я выбил 300. Давай. Не хочу, нет. Давай. Не хочу. Лёха. Пожалуйста. Убежал. Похуй. Да, дай.
Лёх, смотри, смотри, показываю, я тебе помогу, помогу, помогу. Подожди, Данила, Данила, разулся уже. Давай. Он просто всадил. Кулачком, кулачком, брат. Это вообще колхозка была. О, еще и спальня. Он колхозкой 900 сделал, слышь, он почти не попал даже по ней. Это попал ее, по-моему. Не-не-не, не на тех ключах ударил. Я говорю. Бля. 129 было. Я не буду. Ты сказал, сколько ударил. Нет, я хотел с ноги уебать, горилась первой. Ради интереса. Нет, я не буду ради интереса. Могу, реально. Отъебись. Реально. Я не хочу. Я тебе поставлю. Я ни разу в жизни не любил. Я тебе поставлю технику. Я бил только ебальник. Я по крышке гроба. Я тебе поставлю технику, больше охрененно бьет. Бля, плечо. Я не хочу. Да нормально. Сучка, блядь. Техники дай. Ну что-то похоже. О, хорошо, резкий был. Хлёсткий. Я слабый. По технике руку чуть не сломал, сука. Сучка, еще сюда. Я понимаю, что мужики у вас со сторон вся пойдем уже. Ну иди шабанируй, зачка. Да не хочу я. Мне интересно будет. Мы не будем снимать резерв. Мне не интересно это. Бэкфист? Дядечка. Бля, это хуя зашла. Стой. Обязательный результат. Черный пояс по тэквондо. Зачем ты сказал? Че ты, сука? Литвин. Литвин, набери мне.